Научные лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Нужно его попасть внутрь. Я могу заряжать разные штуки. А могу ли я их разряжать? Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Я на месте. В лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Ну никуда. Стоп! Я что, хожу по кругу? Парень, который все проектировал, явно приврал в своем резюме. Телефон намного ниже уровня земли. Ой-ой. Во внешней части системы вентиляции поломка. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Лонец. А если... Смешного. Черт, Майлз, для тощего пацана ты жестко бьешь. Дядя Аарон, ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны.
Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в газе. Носорог уничтожил целую станцию. Могу я не только тот район задеть. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. В этой комнате должна быть вентиляция. Идет в лабораторию, потом к реактору. Но формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй, где Нуформ, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер, я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть срок. Заткнись. Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру, однако... Сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера срок, Игорь. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не нравится мне быть так близко к реактору. Парень, что раньше стоял, теперь легкая выкашка. Интересно, что покрывает? Хопка или компенсация? Роксон вряд ли. Правда, запас хороший, надо признать. И снаряга. Я думал, это секретная лаборатория. Прятаться лучше всех на виду. Люди каждый день ходят мимо сотен зданий. И не знают, для чего они. Так значит, она тут давно, да? Да, с начала работы на ту форму. Чего этот человек-паук нам так прицепил? Поспи. Здесь человек-паук. Всем быть начеку. Дайте его мне. Готов стрелять. Прикончите его. Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди. В
городе есть другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Чтобы узнать, не умер ли ты там. Да, спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям... Жесть, жестянка. Ага. Мне пора, Ган. Расскажу все потом. Не спим! Чудная победа Человека-паука. Я что-то слышал. Здесь тело! Один из наших! Не тормози. Хочу вырубить камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором, он вырубится. Спасибо. Исключение две смерти. Ясно. Блин, должен их как-то закрепить. Да, теперь провода. Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Ина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горсти больных бедняков? Или мертвый инженер. Да лишь видите в этой механике. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Тина, не смотри! Там есть кто-то еще. Найдите.
пытался спасти людей, а Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон, сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Хорошо. Меня на части. Вон. Не могу выдержать энергию. Майлз, ответь мне. Ты в порядке? Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Им приказано взять тебя в плен. Зачем? Что им надо? Изучить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся. Держите его! Прикончите его! Закончите это мы! Избиение! Вашу же мать! Что? Он в воздухе! Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Неплохо! Для укрытия! Идем, пока не явились другие. Ого! Это же чудо-маскировка! Действуй! Перелево! Я правого! Плохи дела, Майлз! Совсем! Не волнуйся! Мы с ними справимся! Эти улухи меня не тревожат! А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Кригера! Отпустите его сюда! Это не трудно! Стой на месте! Залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Роксон найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину.
Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Майлз, знаешь, сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. И я за эти сплата всегда не прочь пограбить. Срочно ловить всех этих зэков. Пир собирает игрушки детям. Им наверняка пригодится помощь. Эй, паучок! Человек на тебя подписалось после выхода приложения. Просто пипец. Я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Так ты нашел телефон, Финн? Да, но... расплавился, когда я поглотил энергию из неформулового реактора. Да, чего? Как ты не лёг? Я и был, наверное, с ним. А потом выпустили эту энергию и произошел мини-взрыв. Ладно, хоть и всю лабораторию разнес. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Фине, что я хочу войти в подполье.
тогда я смогу забрать Нюхорм и помешать ей во всем. Типа, наврать ей в лицо? Ну, других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Список за и против. На это нет времени. Согласен. Удачи. Позвони, если я буду нужен. Меня надолго не свяжет! Ладно, надо действовать. Позвоню Фине и попрошусь в подполье. Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может кофе попьем? Почему бы нет? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки, и его приятно пить, а не фоткать. Понял. До встречи. Так, еще немного, и я вступлю в банду опасных преступников. Красавчик. Надо спасти шофера грузовика от грабителей. Человек-паук, помоги! Я здесь. Держитесь. Можешь выходить. Я ему... Спасибо, что помог тебе. Мы всегда дружили с людьми пауками. У меня все в порядке. Ну, спасибо, что... Лети давай, нам работать надо. Прощай, паук! У вас возврат есть? Ему не нужны супергерои. У него есть полиция. Чего ж тогда меня... Привет, друзья! Мистер Джеймсон, видимо, узнал, что я, цитирую его продюсера, фанатка Человека-паука. Теперь он требует, чтобы я вступила с ним в дебаты. Джеймсон поднаторел в дебатах, он маститый журналист. Так что даже если я права, то все равно могу проиграть. Не всегда побеждает тот, кто прав. Иногда это тот, кто говорит больше всех или громче всех.
Но, в общем, дебаты в любом случае состоятся. Я ведь должна попытаться. Опять же, вдруг мы что-то узнаем. На следующей неделе я выложу у себя в блоге отредактированную версию беседы с 3J и полную расшифровку. Говорят, у вас проблемы с пожертвованиями. Привет, Пау. Я Сэм. В общем, по моим данным, пропали 2 игрушек. Думаешь, их украли? Не знаю. Смотри, по бумагам у нас сегодня 2 грузовика, а GPS-сигнал почему-то идет от 3. Странно, да? Похоже, один из них самозванец. Но как нам узнать, который? Может, стоит проверить их номера и так вычислить чужака? Да, это я могу. Ганке, по городу разъезжает поддельный грузовик Пира. Ты не поможешь? Сними номерные знаки на камеру в своем костюме. Я прогоню их по базе угнанных автомобилей. Попробуй вон тот фургон. Сработало. Я выяснил местоположение грузовиков из Пира и отправил тебе. Сфоткай номера, я пробью их все по базе. Ганке, ты супер. Жди фотки. Я должен вернуть детям подарки. Вот ведь настоящая рождественская беготня. Нет, не пойдет. Пробую еще раз. Есть. А теперь момент истины. Настоящий. Ищи дальше. Поближе. Проверяю номер. Секунду. Есть. Давай за фургоном. Слушай, я просто говорю, что не надо выставлять меня идиотом перед Джо. Ты же главный. Красть игрушки. Блин, ну дети же так ждут. Мне в детстве не дарили ни черта, и я вырос нормально. Да уж. Похоже, они крадут игрушки на продажу. А заведует всем некий Джо. Как же мне его вычислить? Если сфоткаешь их лица, я скормлю их программе распознавания личности. Она их найдет. Ладно, использую маскировку, чтобы подобраться поближе. Круто! Проверяю фото. Этот ни в чем не замешан. Давай другого. Отлично. Прогоняю по базе полиции. Этот чист. Но фотка классная. Поиск совпадений. Минутку. Вот, это он. Давай за ним. Не трогай! Я сейчас буду! Видно, покупатели. Как они удачно собрались. Накрою всех разом. Внимание, парни! Здесь Человек-паук!
за хрень? Крадете игрушки у детей? Хотите подняться повыше в моем списке врагов? Праздник спасен. Осталось проверить грузовик и убедиться, что игрушки там. А ну не трогай товар! Ганки, я нашел игрушки. Почищаю тут хвосты. Ага, ты красавица. Не знаю, как вы, а я сейчас прямо полон духом праздника. Ну, держи! На, увернись! Боевой протокол. Я нашел игрушки. Посылаю тебе координаты. Они в доках, там все в целости и сохранности. О, я рад это слышать. Уже лечу на всех парах. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Сотни детей могли остаться без Рождества. Я разберусь с игрушками. Рад был помочь, Сэм. Счастливого тебе Рождества. Кажется, машина Пира попала в беду. Может, там помощь нужна? Точно. Но без тебя, брат, я бы не справился. Я? Вали! Ах ты, мелкий! Вот он! Да нет! Боли! Тут зэков не осталось. Эй, угадай, какое приложение на 24-м месте в топе по Нью-Йорку. Дружелюбный сосед. Чего? Мы вышли в 25 лучших? Это круто! И немного страшно. Подполье обустроилось тут в тайне ото всех. Неплохо. Сегодня я имею честь беседовать с Саймоном Кригером, главой атакую пусто! И пролетаю!
Джексон, что теперь? Я в лаборатории Роксона в Чайнитауне. Можешь влезть в их систему? Легко. Я мастер по мобильным играм, по отчим костюмам и взломам корпорации. Универсал. Шестер не откроет гаражные двери. Вот. Ты не мерзнешь? Внизу. Я здесь. А я займусь их сетью. Я вижу то же, что и ты, плюс всю проводку. Класс. Закрываем тут все. Дверь заперта и укреплена. Подашь питание, я открою. Сработало? Ага, и я уже открыл. Здесь должен быть муформовый реактор. Надо откачать из него энергию. Он должен быть дальше. На нижнем этаже. Ты видел последний квартальный отчет? Я такие вещи не читаю и не знаю, тебе это зачем. Мне нужны данные. На случай, если муформ. Ну, ты понял. Если я заболею, я читал в Чернобыле. Примерно то же. На твоем месте я бы так не говорил, но не дежурство. Понедельник, проверка, бывает, регистрация. Секунду, я слышал шум. Здесь Саутина, тревога! Не повезло тебе. Прости. Шутки плохи. Принято. Проверю позицию. Я быть на щеку. Здесь Человек-паук! Команды Браво, какая-то проблема? Проблема в вашем мерзком реакторе. Но я ее решу радикально. Эй, мне тут попались сильно зацензуренные, но все еще читаемые файлы. Ничего, что мы можем использовать против них? Не, протоколы экспериментов. Оказывается, Нуформ взрывается под действием электричества. Биосила? Или любой случайной искры. То есть они выдают бензин за лимонад. Да, самая подходящая аналогия. Понял. Получается, Нуформ намного опаснее, чем утверждает Роксон. Гасим свет. Полетим!
Беру на себя! Ты видел последний квартальный отчет? Я такие вещи не читаю и не знаю, тебе это зачем. Мне нужны данные. На случай, если на форму. Ну, ты понял. Если я заболею. Я читал вчера про 3 Mile Island. Это примерно то же. На моем месте я бы так не говорил, но надежу. Проверка связи, RX-57. Не отвечает. Пошлите к нему кого-нибудь. Принято. Выдвигаем. Радикально. Эй, мне тут попались сильно зацензуренные, но все еще читаемые файлы. Чего, что мы можем использовать против них? Не, протокол эксперимента. Оказывается, Нуформ взрывается под действием электричества. Или любой случайной искры. То есть они выдают бензин за лимонад. Да, самая подходящая аналогия. Понял. Форум намного опаснее, чем утверждает Рокс. Здесь Человек-паук! Всем быть начеку! Проверка связи, RX-57. Не отвечает. Пошлите к нему кого-нибудь. RX-75, как обстановка? Он не отвечает. Посмотрите, что там с ним. Есть, сэр. Уже выхожу. Он здесь! Ищите дальше!
с охраной разобрался. Займусь реактором. Не уверен, что оно того стоит. Я должен. Надо прекратить производство Нуформы. Пожалуй, стоит тут осмотреться. Дорогие сотрудники Роксон, в благодарность за вашу службу мы дарим вам небольшой подарок. Неповторимый роксоновский стиль. Ах да, вы же еще не видели солнцезащитные очки, билеты на концерт и даже представьте себе бесплатные обучающие курсы. Бом, встретимся на занятиях. Помните? Мы всегда рядом. Да, всегда рядом, пока Нуформ не убьет вас. Он отвратителен. Ты поверил бы год назад, что мы будем вместе бороться с энергетической корпорацией зла? Если честно, нет. Вчера делали батарейки на уроках химии, а сегодня ты сам стал живой батарейкой. Просто дичь, бро. Интересно, что будет дальше. А что там с тобой? Дорогу освободили? Эй, полез! Моя бабуля ходит в сеть, где вы ездите! Машина Пира попала в беду. Эта еда нужна людям. Надо помочь. Машину из сугроба, она никуда не доедет. О, спасибо, друг. Я развожу праздничные обеды, но машину занесло снегом. А ведь эту еду ждут люди. Можешь помочь? Думаю, да. Сейчас попробую вас вытащить. Как говорит другой паук, и в снег, и в град. Ты крут, чувак. Получилось? Спасибо науке в физике. Вот черт, аккумулятор разрядился от холода. Все, можно заводить! Ты просто спаситель. Все, я погнал. Люди заждались. Приятно помочь Пиру. Даже в маске. Вот, он список адресов забыл. Куда же он без них? Надо подобрать список адресов и вернуть. Так, водителю нужен список. Надо догонять. Быстро едет. Видать, сильно опаздывает. Остаток дня будет повеселее. Разве можно стрелять в толпе мирных жителей? Надо не шанс. Эй! Вы знаете, что здесь виноваты обе стороны?
улицы! Все, прохожие в безопасности. Можно двигать. Кот потерялся, да? Ладно, ладно, я все понимаю. Это дело для меня. Конвои остались на Манхэттене? Вы даете! Черт, ты прочная штука! Зэков не осталось. Человек-паук, я всем расскажу, что ты нас спас.
Все-таки чертовски хорошо, что у нас есть новый Человек-паук. Да-да, я без цензуры. У нас все серьезно теперь. Недавно была похищена женщина из Гарлема. Человек-паук нашел ее еще раньше, чем полиция успела объявить в розыск. Сейчас, когда в Гарлем пришел Роксон, настали тяжелые времена. Надеюсь, Человек-паук подарит городу надежду на праздниках. Слушатели, поддержите за меня Человека-паука в соцсетях и жертвуйте на компанию Рио Моралес, если хотите спасти район от захвата корпораций. И каждый раз прочищайте фильтр сушильной машины. Пока! Мне это не нравится! У тебя нет шансов, малявка! Смотри, какая у меня игрушка! Чтобы больше никуда не вламывались. Ясно? Ой, да, неплохо просто. Эй, проблемы с котом? Да, Вектор, это мой кот. Выбежал, пока я ходил за почтой. Вот, его любимый рюкзак. Если найдешь его, он заползет туда. Что за фишка с котами и рюкзаками? А есть у вас что-то с его запахом? А это его любимая игрушка. Мило. Просканируем. Ага, есть след. Держитесь, Вектор возвращается. На тех школьных автобусах. Быстрый малыш. Да, дохлая крыса. 1-0 в пользу Вектора. Но я на верном пути. Ушел под автобус. Канализацию. Нет уж, спасибо, пойду поверху. Путик будет очень пахучий. Здесь он не выходил. След идет вверх. Вот здесь он и вылез. Канализацию можно не лезть. Я потом костюм не отстирал. Ошейник Вектора. Почти на месте. Страшный котик. Уважаю. Ушел под вентиляцию. Придется поползать. Вектор, держись, дружище. Я иду. Нашел. Вектор, теперь ты действительно пахнешь Нью-Йорком. Ух, пора домой. Вот. Спасибо. Ну и запах. Все, Вектор, быть тебе полностью мытым. Хороший котик. Пошли домой. Вонючий, но очень классный. Сфотографироваться, значит? Это легко.
преданные поклонники. Я готов поделиться с вами своей любовью. Держите его! Друзья мои, малый бизнес – основа всей Америки. И нет его большего сторонника, чем Джей Джона Джеймсон. Но есть у него и враг – Человек-паук. Он мешает работе малого бизнеса в Гарлеме. Нам об этом расскажет владелица местного ресторанчика Пана Пэл. Бьянвенидус, Камила. Грасиас, сеньор Джеймсон, но вы неправильно поняли. Человек-паук разобрался с придурками, что нас ограбили. Думаю, ваш продюсер все перепутал. Он еще зачем-то настаивал на беседе на испанском. Джаред проходит лечение, которое явно ему не поможет. Но когда у вас в районе орудует Человек-паук, дерется на улицах с преступниками, это же плохо для бизнеса. Беги! Он нас в упор бьет! Победи! Ты просто дохляк! Мы проигрываем! Идите! У тебя нет шансов! Полиция Нью-Йорка! Руки вверх! Идите за паучком! Вы на что ты способен, урод? Я сваливаю! Немедленно! Решетку не, тебе меня не взять! Останови машину, человек! Правда, он? Ты что, простил уже? Помогите! Я не позволю вам уйти! На их месте я бы свалил из города сразу же после побега. Эти подпольщики тут исключительно с мирными и законными намерениями. Роксон с подпольем опять за свое. Иди на звуки выстрелов.
записку с благодарностью? Да нет. Спасибо, паук. Впервые вижу, чтобы труба так рванула. Спасибо за оперативную помощь. Ребята говорят, у тебя приложение есть? Я в этом профан, но ради тебя установлю. А чего загорел? В этом... Отслеживаю сигнал. Есть цель! Засветить свою эмблему на рекламном щите – сильный ход! Подполье! Реклама не врет. Ну и как идет продвижение бренда? Yeah!
Держитесь дальше. Сигнал чист. Может быть, Ганке сможет написать блокировщик рекламы от подполья? Вот и подарок. Посмотрим. Хорошие новости! Филиал Пира в Гарлеме снова работает! И угадайте, благодаря кому? Да-да, новому Человеку-пауку! Искусство как раз у меня на дороге. Я слишком не верну. Некуда бежать, человек! Со мной так не выйдет! Соберитесь, он побеждает! Я брал! Это наш район!
машину? Есть. Связать преступников? Есть. Восстановить порядок? Есть. Центром Пир приходится не сладко с тех самых пор, как их основатель Мартин Ли оказался безумным бомбистом мистером Негативом. Но я верю.